Все калитка снята. Угу. Начало положено. Ну да. Ника. Мама носит туда, точно. Вот смотрите, какая капуста красивая. Уже сегодня будем поливать. Позавчера был дождь, вчера не трогали, а сегодня будем поливать. Красота. Да? Ну такая не сломается. Я начал худеть. А то. 89. Да? 92. О, 3 килограмма, дед. Это ваша заслуга, я думаю. Кто у вас тут богач? Ой. Лишь коровки будут кушать вкусное, свежее сено. Да? Не кушай. Что это у тебя за палка? Пастушья? Специальная? Ого, у тебя экстрим прям. Ты экстремальный пастух. Экстремальный супергерой-пастух. Иди электропастух отключай. Помогай, вон иди крабиков снимай. Уже идут на выход. Домой. Ну иди, пастух, что стал? Потихоньку только. Стой, подходи. От меня не отходи. Потихонечку их надо гнать. Тим, знаешь почему вот есть такие места, где трава сильно растет? Такие кучки как будто бы. Вот тут высокая трава, тут низкая, там высокая трава, там высокая трава, там. Знаешь почему? А как ты думаешь? Там мне дед секрет раскрыл. Как ты думаешь, почему вот тут вот травы? Вот тут много? Вот тут много травы, а тут мало травы. Нет, потому что тут коровьи какашки, смотри, прошлого года. Как? Ну так. Где? Давай искать. На таких пучках, во, видишь? Я пучку нашел. Пап. Вот здесь тоже. Что такое? На тебя мошки напали? На меня тоже. На палку пастушью, отмахивайся от них. Как черепашка-ниндзя.
Что, Манюкуша, с тобой? Дед нам насобирал, сказал занести. Тимура, как всегда. Он меня тоже кусает. Вообще. Надо спрей купить. Это что, индюшиная тут даже есть? Ну да, бабушка их собирает. Да, вот этих два она их собирает. А все остальные куриные. Капец, как они уже покусали. Надо штаны одевать. Мы сегодня с бабушкой пололи. Такая жара была сейчас вечером. Я сняла кофту, они мне все руки поели. Пришлось назад одевать. Вообще не буду заходить больше никогда. Чего? Мошки скоро закончатся. 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 Не закончатся. Это хочу снять. У нас сегодня очень-очень сильный ветер. Видите, там все белое. Везде поднимается песок, и нам раскрыли теплицу. Бабушка подоет, будем накрывать. Смотрите. Что у нас происходит? Видите? Все белое. Все в пыли. Это кошмар. Это просто кошмар. Я думаю, видно на камере. Видите? Все как будто в тумане. Очень сильный ветер. У меня в ванной было открыто окно. Смотрите, что происходит. Вот. Видите? Я забыла закрыть, когда начался ветер тут. И вот что происходит. Будем убираться. Видите? Кошмар. Ты смелая, смотрю, Ника. Ходит тут такая. Пока коров нет. А как корова, так все в сарай не заходит. Вот. Красота. Мама. Шумит. Шумит камыш. Деревья гнутся. Ну, погнула вообще теплицу. Капитально. Хорошо, что я сняла батут, сетку. Вообще у нас тут, да, апокалипсис. Не только на улице, но и дома. Ужас. Понимаете, что у нас происходило? А тут уже вырастает травка, которую мы посеяли. Очень видно.
Даже, да, на гравии говорили, расти не будет, и вот она. Вот сюда посажем. Угу. Ну, купим еще мы для эксперимента. Там, может, насеялось ветром. Или грябал когда. Да. Ну, и у нас каждый вечер неизменная рубрика. Никуша идет встречать коров. Николь уже сегодня была у них до этого два раза. А нет, сегодня мы не уходили. Вот, час назад была. И вот отправил нас дедушка забирать коров домой. Они уже знают. Уже и нас знают. Уже идут. Но не мычат, видите, на нас, как на деда. Все зелененькое, красивое. Успокоился наша буря. Была просто вообще. Дома завтра буду убирать, наверное, полдня. Я утром открыла, как обычно, окна. Ну, что тут такого? Но когда уже сильная началась, я позакрывала окна. Кто там? Ты съела булочку бабушкину? Пошли. Даже коровы черные все. Что? Они, слушай, на... Ну, это серка. Слушай, они на тебя мычат, как на деда. Я не поняла. Я иду, им ноль реакции. Это то, что я не отстегиваю? Да. Чисто становится, ну. Девчонки, домой. Домой. Дома. Они не хотят. Побежала. Блюмочка, иди домой. Что-то сегодня они не спешат. Ой. Ой. Кушает дед им вкусняшки. Девочкам своим дал. Эй, эти будки можно разобрать. Зачем? Дома будешь собак держать когда-нибудь. Так заливай в это, не на улицу. Минус 1000. Ну что ты думал? Только в тех должно оставаться яйцо. Да, тут. Смотрите, не надо. Смотрите, какое оно грязное, все в кулике. Ничего страшного. Не, я покажу, какой апокалипсис. А, ну да, ты что? Надо проверять, пощупать. Пощупать надо, нету? Нет. Ой, так занесут и закрывают. Да? Надька пошла. Собираешь яички? Тут проверяешь, могу принести. Вот сюда, да? Штукатурку. Посмотрела. Они тут не снесутся. Тут я заложил, то они не несутся. Раз. Два. Тут. Здесь не видно, правда? Видишь, а тут нет. Грибы. Все. Не несутся и закрываются. Несутся, а как ты видишь? Пошли, Надька. Пошли. Так. Там проверила. Это я. Да, потом здесь смотрим. Давай. Посмотрим, есть. Подсказываем. Каждый день. Да. Все пыльные, черные. Куда пошла? Мы закроем, там будешь сидеть.
Что это? Ежик? Как ежик делает? Ник, как ежик? Как ежик делает? Все, смотри, уходит. Ушки. Дедушка в новое место коровок перевел сегодня. Большая травка у них. А вот там дед косит старые, обкашивает наши пастбища. Ну, естественно, кто же еще пойдет контролировать коров? Вот. Кушают, да, травку? Бери все, дуй. Дуй. Сильней. Смотри, песочек будет сыпаться. Слушай, где твоя лопата? Она вам сейчас быстро поможет. Неси в тачку. Ты первую лопату получила, вторую не очень. Давай, папа, капал дождик, ну такой небольшой, и вот радуга. Ника, видишь радугу? Николь не понимает. Ну конечно, мы же пришли за Му, естественно. Каждый вечер у нас одно и то же мероприятие. Мы бежали, нас никто не взял, да? Нам никто не сказал. Мы ждали, пока они песок насыпят, и никто не сказал. Видишь, какая радуга красивая? Бегите, бегите домой. Барашки, видишь, бежат? Домой, 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 девочки, домой. Вот так, молодец. Знаешь, куда идти? Помогай им, папа. Пока. Найка, помогай, папа. Фильтр меняешь, смотрите, вода грязная. Это с декабря месяца
Вот такой вот ужасный фильтр стал. А должен быть вот такой. Чего вы это мягко не доделали? Нет, закрепите. Смотрите, сколько ржавчины, металла всякого. Вот такая вот вода течет у нас. Свято-Михайловский родник. Ого. Вы перекрестились? Это ж святое место. Наберем свеченой водички. Куда окунуться? Там ледяная вода. Наш папа будет сегодня окунаться. Есть все оборудовано здесь. Бери ведерко одно. Легко. Видишь, как тут? Какая-то чистая вода. Не, мы здесь будем воду набирать. Интересно, вот откуда тут вода постоянно течет? Смотри, какая она чистая. Да, из этих труб. Из труб. Угу. Всегда, я сама. Ну что, по грязи покажем, если я помню. Сейчас воды наберем.